Ага, сейчас. Мы не будем тебя бояться. Почему? Потому что мы знаем прекрасный секрет против тебя. Мы знаем одно блюдо, которое ты страшно боишься, и я всем его расскажу. Невероятная вкуснятинка сделана из творога и крабовых палочки. Это просто невероятный паштетик, который можно сделать просто буквально за несколько минут, потому что это невероятно просто, невероятно легко и невероятно вкусно. Вы должны попробовать и знать, что же это такое. Что нам потребуется? Естественно, крабовые палочки, думаю, может быть дома. Чесночок, остренький хороший, яичко вареное и немножечко творога. Ну а для смазки мы будем использовать майонез. Очень вкусный, естественно, хлебушек нужно, и что вам потребуется. Итак, берем крабовые палочки. Где-то я взял 200 грамм крабовых палочек, 3 яичка, 1 острый, хороший чесночок и где-то грамм 100-150 творога. Вполне достаточно для того, чтобы сделать данный паштетик. Думаю, что вполне достаточно. Естественно, можно варьировать здесь небольшие пропорции туда-сюда, неважно. Бросаем все в блендер и измельчаем легко, просто, быстро, интересно. Правда? Можно вилочки измельчить, можно мясорубочку измельчить, можно на черточке, на чего угодно. Я в два захода это все забросил, чтобы сначала первую партию на слегка, потому что слишком все распуженное, распушенные крабы палочки, распушенный порох. Нужно, чтобы это втрамбовалось и нормально перемешалось за два захода, самое то. Итак, накрываем и второй ходки, наконец-то все перемеливаем в однородную массу. Все делается легко и просто, и интересно, и вкусно. Ребят, попробуйте, посмотрите. Это действительно просто всего-навсего несколько ингредиентов смешать вместе. Посмотрите-ка. Ой, я не могу удержаться, какой запах. Чесночок, вкуснятиночный запах. Естественно, сюда чуть-чуть можно добавить несколько ложечек майонеза, ну, 2-3 ложечки по вкусу, в зависимости, какой у вас майонез. Много не надо. Чуть-чуть нужно посолить, также не пересоливать. Слегка, вполне этого достаточно. Теперь старательно перемешиваем эту всю вкусняшную массу. Вы уже должны почувствовать этот запах. Крабовые палочки чувствуется. Чесночок слегка Я не могу это передать. Вот, просто выпрыгивает оттуда этот запах, этот остренький, вкусненький запах и просто аромат тот, который боится граф Дракула. Оно просто невероятное, вы должны попробовать. Итак, берем сразу же хлебушек, намазываем так много-много-много на хлебушек данной вкуснятинки и сразу же наслаждаемся. Да, мой любимый вампиреныш, мы такие злые и нехорошие, мы едим чесночок, а соответственно мы болеть не будем и... Тебя мы также не боимся. Ладно, ребят, надеюсь, вам рецепт все-таки понравится. Вы должны это попробовать. Потом уже мне скажете. Ладно, приятного аппетита всем.